Ну что, друзья, это проект Путь Рангов. Я вам в прошлом ролике говорил, что я не могу дальше продолжать с такой прокачкой апать персонажи на новый ранг, потому что все сложнее и сложнее становится. Причем персонажи не язычные мне попались на высокие ранги. Ребят, это тот проект, где я каждого нового персонажа апаю на один ранг выше. Итак, смотрите, у меня начиная с Шелли и по 25 ранг уже персонажи апнуты. Сейчас я апаю Макса на 26 ранг, пока он не прокачан. Я говорил, что мне надо срочно прокачка. Но этот проект изначально рассчитывался до 30 ранга. И вот мне до 30 ранга не хватает одного персонажа. И это либо Спайк будет, либо Ворон. Либо если я не выбью ни того, ни другого, пока выйдет новый персонаж, то будет новый персонаж какой-то на 30 ранг, да? Ну, мы ждем обнову, каждые 2 месяца новый персонаж. По идее должен быть, так как сезон заканчивается, базар тары. Вот. Ну ладно, я думаю, что в любом случае я выбью какую-то легу. Смотрите, что у меня есть в магазине. Па-бам! Я такой захожу, да-да, Ворон, ура, легендарка! Только покупать, а потом стоп! Куда? Зачем? Зачем? Я могу реально, ну, не брать Ворона. То есть, смотрите, если выбирать между Спайком и Вороном, то, конечно же, лучше Спайк, потому что в 3 на 3 он более-менее метовый под некоторые карты. То Воробушек, ну, крайне редко встречается, и вот его проапать крайне сложно. Но я ж не отказываюсь его апать тоже, но покупать намеренно, честно, не хочу. Вот если выпадет Ворон, да, буду апать без проблем, то есть, ну, точнее, с проблемами, но буду апать, в этом и суть, в этом и классно. А вот выпадет Спайк, ну вообще по красоте. Ну опять же, не факт, что мне будет легко. Поэтому, друзья, я Воробушка пропущу, покупать не буду, но зато я буду покупать сейчас акцию «Лето в разгаре». Там 5 мегаящиков, 360 гемов, очки силы сейчас куплю. И, конечно же, если вдруг внезапно нам дропнется сейчас Воробушек... Это судьба, значит, Воробушек будет на 30 ранг. Но намеренно его покупать не буду. И, скорее всего, также не буду покупать и Спайка, если он появится. Пускай выберет рандом, кто мне выпадет на 30 ранг. То ли это будет Воробушек, то ли это будет Спайк. Ну, а я доначу за 20 баксов, офигеть. Покупаю акцию. Друзья, вы сейчас можете поставить прям вот в эту секунду лайк и подписаться на канал. И мне реально что-то с этих сундуков может выпасть. Просто проверь лайк, подписка и, блин... Если мне сейчас что-то выпадет, вы узнаете, кто будет 30-м персонажем. Боже, я так переживаю, реально, этот проект мне очень сильно зашел. Кот, не этот, не... Смотри, какой лихач, на шторы прыгает. Ребятки, этот проект мне очень сильно зашел, и он настолько интересный тем, что с каждым разом все сложнее и сложнее, на каждый ранг выше. Но я силю, я думаю, я смогу, и, блин, осталось немного. Итак, первый сундук, поехали, лайк, подписка, готов. Открываю. 5 предметов, хорошо. Я, кстати, очень сильно хочу прокачать персонажи, очень сильно, хотя бы гаджеты прокачать. Оп. Вот Макса надо прокачать хотя бы до гаджета. Я думаю, его можно не фулового брать, 8-9 уровень пойдет. Но уже, я сейчас скажу вам, кто будет у меня на 27 ранг. Сейчас открою блокнот ранги. После Макса у меня будет Нани. Ну вот Нани однозначно, ребята, надо прокачать. Пфф, это жесть. Итак, третий сундук или второй, какой? 5 предметов. Напоминаю, что если ты прямо сейчас прожмешь лайк и подпишешься, мне кто-то дропнется на 30 ранг. Готов? Подписался? Лайк! Боже, я так переживаю, понимаете, потому что каждый сундук может для меня стать последним. Все это, о, тут сейчас последний сундук. Ну что ж, еще раз. Бам! Ох, я честно боюсь, вот сейчас я боюсь 6 предметов, потому что, ну, уже это конец для проекта. А я честно признаюсь, не хочу его заканчивать. Вы посмотрите, как Воробушек вылез за рамки акции. Друзья мои, я реально очень сильно люблю этот проект, и мне очень сильно он нравится. И когда я выбью 30-го персонажа на 30-й ранг, возможно, если вы наберете много лайков, я попытаюсь продолжить этот проект там, ну, по мере возможности. Ну, конечно, 35-й ранг была бы конечная цель. Я бы был очень рад, если бы вы меня поддержали. Ну, я просто тащусь от того, как все получается. Друзья, у нас еще есть очки силы. Но я не знаю, на кого их потратить. На данный момент... Ну, мне Нани надо. Давайте посмотрим, Нани на какой уровень. На 5 доступно. Но если прокачать на 6, то можно... А гаджеты с 7, да?
Да, сложновато, сложновато. Сложновато будет. Ну ладно, я думаю, что... Или на кого? Нани, Джин, Мистер Пи. Да мне в любом случае хоть так донатить придется. Давайте на Нани, наверное, сливаю я жетончики. Или не сливать. Или на Макса слить. Я даже не знаю на кого. Давайте на Макса. Блин, вот я дурачок. Но я хочу на Макса. Блин, реально, воробушек мог купить Лего, но не куплю. Не куплю, потому что не хочу воробушка. Ну, даже не так. Не хочу 100% апать того, кого выбирал я на 30 ранг. Пускай выберет рандом. Так, что у нас есть? Давайте сундучки откроем. Может, гаджет дропнется на этого, на Максика. Так, 100 билетиков. Ну, потратим их, давайте, вот тут потратим на Нани. Где ты, Нани? Вот тут на Нани. Так, мегаящик, давай. Блин, хотелось бы гаджет на этого. Забираем это. Дайте гаджет на Макса, пожалуйста. Хотя там такой гаджет, просто рывок, но... Все равно прикольно было бы. Так, ладно. Дооткрываем. Дооткрываем потом. Сколько осталось до конца Brawl Pass'а? 14 дней, 2 недели. Ну, в общем, логично, что через 2 недели нас ожидает кое-что интересное. Будем ждать официальной инфы. Подписывайтесь на канал, ребята. Я сейчас официальный ютубер. Если будет какая-то инфа, то, ну, которая доступна будет официально, то, естественно, она появится у официальных ютуберов раньше всех. И вы все про обнову, про, возможно, нового персонажа, я просто не уверен, но, скорее всего, ну, по логике должен быть новый персонаж. Вот, все узнаете скоро в июле, я думаю, что мы все заждались. Хотя, ну как, недавно была обнова, да, вроде как. Блин, круто, каждые 2 месяца обнова, это круто, реально. Ты только наигрался новыми персонажами, новой обновой, как уже вот в ожидании еще чего-то. Оп. Нет, Карл, пожалуйста, оставь меня в живых. Капец, я задефался, лол. Кстати, Карл реально сильным стал. Жаль, Карла у меня не на 30 ранг. Вот если на Карла выкатят какой-то супер-сверх классный скин, я, наверное, буду апать Карла на 30-й. Мне так хочется это. Привет. Ха, привет, Андрей. Так, ну что, ребят, по поводу пуша. Значит, смотрите, сегодня я дома. Я приехал домой на один день. Поэтому сегодня, понедельник, 22-го, будет трансляция. Я сегодня должен буду апнуть Макса на 26-й ранг. Ну и начать Нани на 27-й. Поэтому, дорогие друзья, всех приглашаю сегодня на вечернюю трансляцию, которая состоится часиков в 9 по Москве. Вот, я думаю, не раньше. Но я постараюсь, если успею, то может раньше. Поэтому я вас всех буду там ждать на прямой трансляции. Буду апать Макса на 26-й ранг. Да, на 26-й. Ну и готовить Нани на 27-й. Вот, ну конечно, за один стрим я все не успею. Отлично. Но буду стараться. После Нан, если вам интересно, идет Джин на 28-й. Стоп, а я Джина покупал скин? Потому что без скина играть вообще я не настроен. Ну. А на Джине мне очень по кайфу будет апаться. Блин, я не покупал скин на Джина. А есть он, продается? Кстати, через 3 дня пляжная ПМ будет. У меня, кстати, есть ролик, где... Ну... На пляжной ПМ можно поиграть. Сейчас я вам покажу буквально на секундочку. Это, ну, мне разработчики SnakePeak скинули, но я не стал про это пилить отдельный видос. Вот такая вот он, смотрите. Сейчас. Don't be crying. Let's get scrappy. Вот ее геймплей. I'll fix you up.
Вот такая вот будет пляжная ПМ через 3 дня. Я думаю, что благодаря этому скину я буду апать ПМ на 30 ранг. Вот меня реально вдохновляют новые скины. Вот, вот просто так бы я Джина не захотел бы апать. Или Мортиса, реально. Ну, может быть, ну вот на 30 ранг, да, но на 35 я бы вряд ли. Но скин этот меня так сподвиг. И классно, мы реально апнули Мортиса с вами на 35 ранг. И вот я буду апать ПМ, как только выйдет ПМ. Ну, вот Джеки вышла, ну, Джеки у меня и так уже на 30, а на 35 я ее пока не хочу. А вот ПМ, друзья, новый скин, я обязательно, когда я ее куплю, я обязательно апну ее на 30 ранг в тот же день. И я бесплатно этот скин разыграю среди вас. Кто хочет пляжную ПМ, подписывайтесь на канал, на инстаграм мой, ссылка в описании. Розыгрыш будет в инстаграме. Друзья, я не буду играть больше на видео онлайн-катки, потому что тут играть и играть и играть еще. Если вам интересно, это будет часа 3-4 пуш. Приходите сегодня на трансляцию, берите чаек, вкусняшки какие-то, залетайте на стрим, пообщаемся. А может и нет, потому что когда я апаю, я в чат, ну так, не хотя на маленьких кубках я читаю чат, а уже когда повыше, то общаться сложнее и сложнее. Но в любом случае, залетайте, если вам интересно наблюдать за этим проектом. Все, на этом буду прощаться. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, ждите еще новые видосики. Они будут совсем скоро, на днях выйдут классные ролики. Обязательно подписывайтесь. Желаю вам удачи, хорошего настроения и до новых встреч. Увидимся на стриме. Пока, ребят.